Началось все со встречи. Все там были. Пугало заявил, что у него есть план. Вместе мы сможем с тобой справиться. И Готэм будет принадлежать нам. Только через мой труп. Ради этого все и затевалось. Послание для вас. Вы, стервятники, готовьтесь рвать еще теплую плоть этого города. Развлекайтесь. Отныне вы под моей защитой. Вы, ублюдки, что спрятались за стенами полицейских участков, вам не спастись. И ты, Бэтмен, я тебя победил. Чтобы опустошить город, мне хватило угроз и капсулы с ядом. Так вот, как ты заботишься о безопасности Готэма. Когда наступит рассвет, и Готэм окончательно превратится в руины, я обращу свой взор на остальной мир. А легенда о Бэтмене канет в небытие.